Здорово, Папаня, у меня к тебе есть вопрос. Как войти в топ 10 тысяч по адекватности? Не знаю, чел, я уже в топ 1000. Не, если серьезно, я в глубине души считаю себя самым адекватным человеком в мире. Так что, не знаю, как тебе войти. Иди на! С моей точки зрения, чтобы войти в топ 10 тысяч, нужно всего лишь... делать, блядь, правильные вещи и не делать неправильных вещей. Просто это нихуя не даст, если сейчас спойлер алерт! Спойлер алерт! С моей точки зрения, это очень просто. Бля, на самом деле, так легко быть адекватным, это вообще... Давай сюда с чёра. Это именно самая такая база.